Мы потренировались, теперь можно и позавтракать. Я уже бегу в консерваторию. У меня там сегодня две пары по гармонии и по сольфеджио. Потом я бегу сразу на съемки. У нас сегодня сыграй, если сможешь, с пианистами. Пары закончились, поэтому я бегу на съемки. Сегодня в «Сыграй, если сможешь» будут участвовать два пианиста. Мы приехали в Yamaha Center, и там будет происходить съемка. Сейчас я жду Сашу и Рому, и мы будем готовить локацию до съемок. Смотри, можно делать, ну, во-первых... Короче, он прекрасный. Клавиши это меньше, мензура. Клавиши меньше, они глаза закрыты. Они взвешенные. Педали нет. Педали. Да. Революционные тюки. И можно включить трубу. Ну потом они же не профессионалы. Смотри. Твоя. Как старый добрый, Саш. Какие старые? Какие добрые? Я старый добрый. Крышка открыта. Хочется, чтобы было видно Yamaha. Микрофон туда вот этот. Нужно сдать. Это обычные мячики. Ну что, поехали? 242 на 173. 242, у кого? У Кати. Да ладно. Вот буквально вот с небольшим отрывом. Катя сегодня победила. Мы очень рады, что мечты сбываются. Ребята, всем спасибо. Скоро увидимся. Пока. Спасибо. Блин, на фольгидино не хочется заниматься. Играть еще не хочется. Вот и все. Съемки подошли к концу, мы уже все собрали. Сашечка, да, как тебе сегодняшний ролик? Да. Абсолютно. О, это мое. Крупнее, возьми, нам нужна фотография. Меня снимай. Этих людей боялись даже чеченцы. Группировки Петербурга. Очень хорошо, Саша. Спасибо. Ну? А? Жук! Как время летит. Хорошо, мы сделаем. Сейчас панкрат доснимать блок.